Вот так красочно-добровольческие объединения презентуют свою деятельность. Сегодня они пришли не только внести свои предложения на форуме, но и просто показать себя. Добровольческие объединения – это объединение группы ребят, которые находятся на базе различных колледжей, техникумов, школ, которые занимаются добровольческой деятельностью. Добровольческая деятельность в первую очередь заключается в том, что ты бескорыстно помогаешь обществу, помогаешь пожилым людям, помогаешь детям в детских домах, в центрах семьи, малоимущим семьям, социально опасным. Делаешь добро для них и ничего за это не берешь. Главный девиз добровольческой ассамблеи «Мы захотели, мы сделали». Теперь инициативная молодежь вольна вносить свои предложения в проведение различных городских мероприятий. Слово, в таком формате форум проводится впервые. Решили выбрать формат индивидуальной работы отдельно с каждой школой. И сейчас будем работать со всеми. Придумывали мероприятия городского уровня. То есть как мы обсудили план, который был, какие мероприятия ребятам нравятся из того, что мы им предлагали, и чтобы они хотели внести еще свою какую-то инициативу. И на форуме мы это презентуем руководству нашему, представителям администрации города, и обсудим с ними, чтобы на уровне города мы могли проводить подобные мероприятия. Ну а главная задача добровольческой ассамблеи – разработать такую карту проведения городских мероприятий, чтобы они были интересны в первую очередь для самой молодежи. Ребята настолько серьезно отнеслись к вопросу, что даже организаторы были удивлены. Ведь поднимались вопросы не только о проведении досуга, но и остро социальные. Мы уже обсудили вопрос по мусору, по раздельному мусору, по поводу объединения этого мероприятия с другими, возможно, про День молодежи в городе Канске. Мы будем как-то разрабатывать и двигаться дальше в этом направлении. И также еще мы затронули вопрос кинотеатра на Лужайке. То есть где, как его можно провести и прочие организационные моменты. По итогам форума «Добровольческая ассамблея» все предложения молодежи будут переданы в администрацию города. Денис Шабуров, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5-й канал.